сегодня 26 июля. Мы благополучно выехали из Ейска. Так хорошо застопили. И вот так по дороге пошел дождь. Машина завезла нас в Староминскую. Здесь вот железнодорожный вокзал. И вот такой вот проливной дождь. Когда он закончится, неизвестно. Вон какой. Когда он закончится, теперь не знаю. Теперь везде сыро, мокро. Но назад возвращаться что-то неохота. Ждем дальше, когда закончится.